Добрый день, Ольга Крапивина, пилот сервис, автоцентр «Шкода». Мероприятие «Содружество. Атмосфера» – вот это вот то, наверное, слово ключевое, о котором стоит говорить, потому что осенью в не очень хорошую погоду попадаешь в зимнюю сказку, попадаешь в круг где-то знакомых, где-то вообще незнакомых людей, но абсолютно вот такая вот движуха атмосферная, очень красиво, невероятно красиво, много полезных интересных новинок в плане работы HR можно для себя найти. Наверное, интересное выступление спикеров. К сожалению, не все смогла увидеть. И не сначала, и не в конце, но выступала сама в качестве спикера. Для меня было приятно, полезно поделиться тем, что я делаю на работе, тем, что мы здесь вот в своей компании все создаем. Очень-очень понравилось то, что ты можешь свободно общаться, ты можешь перемещаться, ты можешь совмещать пользу с общением, ты можешь совмещать пользу для себя лично с пользой для компании, ты можешь что-то давать другим, а что-то брать себе. И возможность, конечно, пощупать, потрогать вот всю эту красоту, которую предлагают компании-партнеры, это невероятно здорово. Спасибо огромное. Спасибо. Добрый день, меня зовут Наталья, руководитель отдела персонала компании А100 АЗС. Мероприятие «Содружество» нас заинтересовало, потому что предстоят новогодние мероприятия. Необходим выбор подарков как своим сотрудникам, так и партнерам нашей компании. Было интересно, что представлены не только действующие компании, которые работают на рынке Беларуси, но и российские компании. Мы пришли, посмотрели, увидели много новой информации. Также были заявлены спикеры, которые были интересны нам, как HR-ам, потому что взаимодействие маркетинга и HR это очень плотное. Вот. Было интересно увидеть тренды на начало следующего года. В принципе, все это было видно. Очень приятно было получать подарки от партнеров, которые действительно полезны и нужны. И можно было опробовать то, что мы будем дальше дарить нашим коллегам. В мероприятии были задействованы действительно компании, с которыми можно дальше сотрудничать и приносить пользу как нашим коллегам, да, так и нашим партнерам. Спасибо, я думаю, что это очень полезные мероприятия, в которых мы также в дальнейшем будем участвовать. Здравствуйте, меня зовут Таисия Пустухова, я Head of PR and Communication международной IT-компании Softec. Я действительно первый раз на таком прекрасном собрании, да, маркетинговой ассоциации «Содружество», но мы работаем уже с несколькими членами, очень хорошо знакомы с компанией «Брест Амбитрон», размещаем у них заказы и работаем по таргетированной рекламе в Украине с Иваном Муравьевым. И, в общем-то, пока лишь на этом контакты заканчиваются. Но я думаю, что все у нас впереди. И мы уже зарегистрировались на февральскую встречу «Содружества». С удовольствием придем, потому что было очень интересно. И коллеги еще в октябре уже сделали нам новогоднее настроение. Большое спасибо! Добрый день, меня зовут Елена, я HR-менеджер в компании «Пневмотех». Мы занимаемся продажей строительного оборудования и пневматического инструмента. Работаем на рынке Беларуси уже 5 лет. На мероприятии, на встрече «Содружество» я была впервые, и я вам честно скажу, это просто перевернуло все мое мировоззрение. Настолько интересные и креативные люди собрались в одном месте, очень много полезной информации, полезных контактов. Можно найти себе партнеров, которые помогут выстроить корпоративную культуру, в том числе в твоей компании, помогут организовать спорт, подарить оптимальные, наиболее эффективные, наверное, выстреливающие подарки для своих партнеров, для своих коллег, для сотрудников. Помогут организовать любое мероприятие, тимбилдинг, корпоративную встречу, деловую встречу. И вообще в целом могут научить многим полезным лайфхакам, которые пригодятся вам в жизни и в работе в том числе. Очень интересная встреча, очень интересная конференция. Тематики были подобраны просто супер. Даже не знаю, что бы я еще добавила, потому что действительно очень много полезной информации было затронуто, и это все прошло в один день.
ярко, красиво, с новогодним настроением, с шампанским. Поэтому спасибо вам огромное за такую крутую встречу, за возможность туда попасть. И я бы хотела пожелать вам в первую очередь это дальнейшего развития, проводить встречи все так же ярко, все так же креативно, приглашать нас всех. С удовольствием буду участвовать. Спасибо огромное.